конечно, снимай, а то я заругался. Честно, знаешь, как красиво? Я просто не успел снять. Кто-то бросил, да? Кто кого? Они нас бросили. Кто-то едет, был. Кто не хочет, тот не едет. УАЗ Патриот продолжает традиции. Русские не сдаются. УАЗ Патриот продолжает традиции своего. Ай. Блять, вытяни меня, дай руку, я тону. Вот эту руку. Дядь, я буду зачеркнуть. Что за нет такой? Так, мне вот эту хрень надо спрятать куда-нибудь, а то у меня тут. Не полетит к нам труп. Красавчики, вы красавчики! Вообще жесть, честно, ну. Ну да. Вы там прям отпечаток от мостов оглушителя, прямо вон сзади остался. Самое главное, чтобы мост лучше, чем не остался. Остальное позже.
я же говорю, теперь можно не вытащить. Тут трос не летает? Нет. Патриот хорошая машина. Согласен? Ну для своих вот. Ну, веса, габаритов. Вообще в офигенский автомобиль. Все, покупаю Патриот. Давай, давай, сейчас будет. Я-йо-йо, все. Я его, это просто трэш полный. Я тебе серьезно говорю. Я первый раз Патриот видел, чтобы вот в таком месте просто хотя бы протащили его. Ты нас на кабане не видел? На каком кабане? Который был. Видел я фотки. Вот с виду. Ну здесь намного страшнее. Я знаете как устал, честно, как собака, как Денис. Денис видел как устал? Там дальше большой завал. 4 дерева там было. Это моя ерунда там. Сейчас он Патриот исцарапает. Этот Патриот тут впишется, интересно. Это за нами егерь идет, что ли, или что? Серьезно, что он не подписал? Хрен его знает. Кого нет? Ай-яй.